Всем привет! Роликов не было 2 дня, сегодня уже 3-й пошел, и по-любому надо что-то записать. Очень сложно было что-то записывать, и до сих пор я не знаю, получится ли записать на завтра что-то. Но, блин, очень много замазок, очень много поражений, ничего не получается интересного записать. У нас сегодня видеоролик на балансе 100 тысяч рублей и идея, о которой я вам рассказывал. Random.org. Мы генерируем ставочку от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. И нам выпадает ставка почти максимальная 28 кусков. Именно сумму этой ставки я сейчас должен поставить. Сегодня ролик, где Random.org управляет моим балансом. Все так же самое, каждый прокрут мы будем добавлять по 5 тысяч рублей к Random.org. То есть начали с 30, потом 35, 40, 45, 50 и так далее. Надеюсь, ролик вам понравится. Давайте прожмем 250 лайков за 24 часа. И я запишу для вас продолжение с Random.org, но уже с большим балансом. Нафиг есть, пятерка, иди сюда, старый. Фух, 63 тысячи, это хорошо, это приятность. Идем дальше, стартануть с такого начала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Давай вот так, давай вот так. Блин, дабл 5-10 и все, доволен. Очень сложно записывать, ребят, для вас видеоролики. Вчера еще хотел опубликовать видос. Потратил около 600-700 тысяч рублей на записи роликов, на все эти попытки, и у меня ни хрена не получилось. Все эти деньги были проиграны, и как бы 721 тысяча рублей вчера улетела. Твою мать, какая единица, это ж был crazy time. Короче, вчера хотел для вас опубликовать видос, все проиграл, и ничего не получилось интересного записать. Поэтому... Пытался, но тупо нихера не получилось. Дай бог сегодня что-то получится. И то, это уже вот вторая попытка записи этого видеоролика, а первые деньги я проиграл. Так что так. Не знаю, зачем я вас об этом уведомляю, но. Так, но мы вернулись то, с чего мы начинали. Блин, сейчас бы, если бы это был по Crazy Time, по 2500, тогда, когда он должен был выпасть, да, то все. Реально все. Это было бы красота. Но коинфлип по 5500 есть. Карманчики у нас. X100 сейчас и... Вот так. Или 50 X тоже. Я буду капец как счастлив. Только нормальный X-улю. Давай, давай, давай. Давай, стоп, стоп! Давай, хере, давай 9. Хоть 9. 55 тысяч рублей. Хоть это... Ладно, победа. Ну, блин, победа это сложно назвать. Идем дальше. Загадываем число от 10 тысяч до 45 тысяч. 38. Давай вот так. А, там даже 39. Ну, окей, тогда в следующей ставке поставлю на 1000 рублей больше. Давай, 5-10 под иксом. 5. Коинфлип под икс-10. 4, ладно. По 5-600 коинфлип под x4 поймать, это капец как было бы интересно. Но это не он. А вот пятерка... Ну, летит идеально на пятерку. На базу нахер! Хорошо, 96 тысяч! Подожди, старый. Ну во, пошло же. x2 есть от баланса. Пошло же. 30 тысяч ставка. Только дилершу зачем ты забрал? С прошлым дилером все отлично выдавалось. Лучше бы не уходило, да? X2 сделали от баланса. Ладно, 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 ладно. Играем дальше. Посмотрим, до скольки я смогу так докарабкаться. Ну, под X2 это уже вообще ни о чем. То же самое, ну, типа, я не знаю. Коинфлип под X2 это херня полная. А вот пятерка дабл. Ой, как надо! Ой, как надо! Есть! Ты чё гонишь? Crazy time! Вот это выдача! Спасибо, спасибо. Я поражаюсь. 55. 12 тысяч. Из всех попыток записи роликов, вот это вот сейчас самое лучшее. Серьезно. Вот, то есть, вот это вот сейчас самое лучшее. Лучше не было. Охерена. Сюда. 223 тысячи. Идем до полумиллиона. Меня не волнует. Я хочу много.
Надо возвращать чуть по чуть убыточки. Вот починку сейчас по 3030. Ай, как хорошо. Было бы все что угодно, кроме пятерки десятки. Дебилоид конченый. Прикинь, я на десятку не поставила, она выпала. Я всегда на нее ставлю много. 17 тысяч. Может, дабл будет. А, я обещал на 1000 рублей больше поставлю, что в той ставке. А я провтыкал. Ну вот, как раз на 1000 рублей больше поставил. Чуть-чуть задержит, конечно. Но я думаю, нормально. Блин. Обидно, что десятку пропустил. На десятке очень вкусные плюса, как обычно. Так, вот после починки есть десятка, но можно и починку. Но главное не пятерку. Да блин, он летит на пятерку. Да капец, я придурок. Я мог просто дальше ставить на 10 и 5 и побеждать. Я придурок тупорылый. Конченый. Все, я ставлю сюда деньги большие. Идиот. Это если что, я про себя. Не, серьезно, мне просто говорят, на, забирай деньги, ставь на этот... Блин, у меня OBS студия не открывается. Че за бред? Мне говорят, ставь просто на 5-10 и забирай деньги, а я говорю, не буду. Прикинь, какой придурок. Ну это жесть. Ну вот, 10 же. Ну вот и все, еще... Найс. Это же най, 124 тысячи. 300 баланс. Хорошо, идем дальше. До 70 тысяч. Так, стоп, что-то... 22 280. Не пропущу такого уже я. Вот так. Да, блин, ой. Черт, сцену случайно поменял. Извиняюсь. Вы ничего не видели. Скажи, что 10. Блин, перекат. Или... Ай, 60 тысяч не лишние были бы, так. А? Так, ладно. Идем дальше. До 75 тысяч. Generate 37к. Капец, вы видели? Мы устрою, как... Или то фейк был, или нет, но Месси. Он его еще Месси называет почему-то. Месси передал привет. Ему Инстаграм заблокировал. Это капец. Тильт просто, наверное, там мега. Прикиньте, вот вложить там, ну сколько он за... Ну, вот как начал покупать приветы или подписки от популярных людей. Он потратил, наверное, миллионов... Миллионы 4-5 долларов, да? И теперь ему это заблокировали. Ни за что, по факту. Просто ни за что заблокировали. Не знаю, я бы там все крушил и металл. Может, вообще в тильт постоянно упал бы. Но, в том-то и дело. Мы устроим сильный чил. Очень сильный. Так, ладно. И узнаем, сколько я должен поставить в следующей ставке. 26-200? Спасибо, Рандомворк. А вы заметили, Рандомворк получше себя ведет, чем Сири. Блин, у меня... О, открылась ОБС-ка. Через раз почему-то открывается. Херня какая-то. Так, WinFlip под X2. Не, ну сегодня прям отлично выдает. Просто прекрасная сессия в Crazy Time. Не как обычно, просто заходишь, сливаешь. Стоп! Тварь! 66 тысяч украли у меня. Мразь. А, 26-200, точно. У нас уже известна наша следующая ставка. Я просто повторю, и давайте узнаем, сколько в следующей ставке должен поставить. 70. 70 тысяч, следующая ставка. Но это уже поинтереснее, поинтереснее. Блин, не хотелось бы, конечно, все сливать, потому что интересный ролик получается, но и на этом я останавливаться не буду. Много проиграл до этого, чтобы сейчас остановиться на 150 тысяч плюс 50. Ну, может, сейчас десятка? 66 тысяч? Муа! Нахер мне! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько, 70? Да, 70.
Блин, и пошли. 1-2, 1-1. Вот я тут тупанул, десятку с пятеркой пропустил. Так бы баланс 1300 был бы. Ну, кто виноват? Сам виноват. 70 тысяч ставка наша. Ну, окей, let's go. Залетает пятерка, десятка под иксом, я вывожу. 5-10. Крейзи под x2 вообще было бы плюс кайф. Пятерка по 26 тысяч тоже была бы супер пушка, но она не докатит. Стоп! Стоп! Ни хрена! Подожди! 156! 250 баланс. Да ей же! Хорошо, следующая. 13 тысяч не было. 35, давай. Я не хочу делать ставку в 35 тысяч. Слишком мало. И узнаем, сколько следующая ставка. От 10 тысяч до 100 тысяч. Не считалось. 61 считалось. Зафиксировали. 5-10. Ай-яй. Блин, прикинь, пятерку под x10 поймать. Хо-хоу. 2. Это сколько? 50. Это под лям было бы. Блин, перекат. Так, 61 тысяча. Не знаю, я буду на пятерку с десяткой ставить. Двоек почти нету, нет смысла на двойке ставить, падают единицы. Ну и фиг с ними. Давай вот так. Давай вот так. И каждую теперь ставочку будем добавлять по 10 тысяч. То есть мы дошли до 100, теперь 110, 120, 130, 140, потому что ролик долгий получается. В принципе, прикольный, много чего интересного было посмотреть. Ого! Тут-то, конечно, слова не нужны, когда ты видишь Crazy под x50. Ту-ху! Есть такое дело! Пятерка по 30 тысяч, баланс 300к. Я думаю, мы еще пару прокрутов делаем, и я заканчиваю. 110... 77к. Вот давай так, если вот сейчас ставка заходит, вот сейчас ставка если заходит, я заканчиваю. Отвечаю. Чтобы не выпало, чтобы не выпало. Будь то бонус на x2, да, будь то crazy time, который даст 10x, я заканчиваю. Если эта ставка заходит. Но если она не заходит, я, конечно, не хочу говорить, что я сделаю дальше. Может, коинфлип, потому что летит ужасно. По 8700! Ладно, 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 ладно. Это... Заканчиваю, заканчиваю видос. 8700 ставка на коинфлип, и мы его поймали. Блин, или не заканчиваю. Или заканчиваю. Но пока выдача идет, заканчивать будто бы странно. Ухо-хо. Подожди, 20x я заканчиваю. На! Ни хрена себе! Почти 500 000 рублей баланс. 434. Да, нормально, нормально. Все же нужен был небольшой перерывчик от роликов. Опять, знаешь, такая вот эмоции. Ай-яй-яй-яй, 400к, хорошо, это имеется котлета в кармане. Последняя ставка и... Стоп. Ребят, 250 лайков, я сделаю продолжение, тоже с рандоморком, он будет управлять моим балансом, но мы начинали со 100 тысяч. Следующий ролик мы можем начать уже с 200. Интересно будет. Может 10? Стоп. Ладно. Или нет. Или да. Как хочется повторить и удвоить. Как же рука тянется. Хочется сделать вот так. Но! Не буду, не буду. Ладно, все, не буду, не буду. Все. Спасибо всем за просмотр. Прожимаем лайки, подписываемся на канал. Мы встретимся с вами уже в следующем ролике завтра. До новых встреч, всем пока-пока, только как я посмотрю, что здесь не пятерка и не десятка, на которой бы я выиграл. Да, единица, пыжи-пыжи-пыжи-пыжи. Спасибо, все, я спокоен, я спокоен. Всем пока.